Булка с Алиэкспресс, да, Брюс? Будем открывать вместе с вами. Такая интересная функция появилась, да, у китайцев. Они сразу несколько заказов, несколько посылок в один пакет загружают. Правильно же, да? Ну, да, она недавно появилась. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть это посылок здесь. Я уже вижу, я думаю, что это моя... Это... Как ее? Прыщики выдавливать. А это, возможно, тяжелое. Это, наверное, вагинальное зеркало. Так, ну что? Это, я знаю, это твое. Брюс, ну куда ты лезешь? Ты хочет, чтобы ему у вас усы отстригли. О. Скрывать не надо, ждать? Не, потом я буду смотреть. Что это у нее тут бестель какая-то? Да, это воблер для рыбалки. Это тоже рыбка. Ну, кстати, молодцы, что они так сделали. Удобно распаковывать сразу. Ой, две рыбки сразу. Ух ты, какая серебряная цаца. Аж с тремя. Ага. С тремя по три. Как они называются? Крючками. А ну потряси ее. Вот это? О. А что? Гремит, да? Ну, тарахтит. Гремит. И это тарахтит. Дальше. Просто у тебя такие тоненькие здесь. Я не знаю, с какой стороны открывать. Брюс, ну что ты? Голодный кота никто не кормит. Брюс, чем пахнет? Китайцами? Ой, маленькие. Главное, чтобы Захар не проглотил. Вот это на головля такие маленькие. Они по 20 или по 30 рублей были. Вот это вагинальное зеркало. Я его чувствую. Пипец. Хорошо там видно? Вот оно как выглядит. Будем мужу теперь вставлять. Захар, сынок наш пришел. Еще знать бы, как пользоваться, заказал. Ну, посмотришь в интернете. Так. Что это вообще? Так, вот это зарядка, наверное. Антон, а ты помнишь, сколько штук мы заказывали? Ты заказывал? Посылок? Да. Не помню. Это, наверное, все. Надо будет смотреть. Во, зарядка пришла. Алло. Алло. Что? Алло. Непонятно. Что-то непонятное. Зарядка на ноутбук у нас. Мы думаем, что зарядка. Дай бог, чтобы это была она. Да. Так, сыночек, не мешай. Так, а это набор. Будем считать, что муж мне сделал подарок на Новый год. Что это такое? Что это? А, нет, это моего набора нет. Это стекло на мой телефон. Да, вот стекло на телефон. Набор еще не пришел. Это, наверное, влага или что ли? Вытирать спиртовые салфетки. Да, да. Это стекло на телефон. Вот оно тут лежит. Так что назад ложу это. Ну, то пока не пришло, но ничего страшного. Оно придет рано или поздно. Попозже покажем. Ребятки, еще у меня получается, через пару дней пришел набор. Вот такой вот наборчик. Это для работы с лицом, а именно с прыщиками. Это все вот такие иголчатые насадки. Вот это вообще острое, пипец. Ну все, может теперь изуродовать лицо в край вообще.
Ну, я думаю, что вот эти насадки, они для насадки. В общем, черные точки, наверное, выдавливают. Не знаю. Ну, такой вот наборчик.